Всем привет, друзья! Вас приветствует Затопчик и хостинг серверов Minecraft Apex Nodes. В сегодняшнем ролике мы вместе с вами создадим сервер, на который сразу же смогут зайти и игроки с Bedrock версии Майнкрафта, и игроки с Java версии Майнкрафта, причем одновременно, и смогут, собственно, вместе играть, передавать друг другу ресурсы, писать в общий чат, ну и, в принципе, видеть друг друга. Что же, перед началом данного ролика я бы хотел попросить вас поставить лайк, подписаться на канал, а также тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Ну а мы с вами приступаем. Ну а для работы нашего сегодняшнего сервера нам понадобится два плагина. Это Geyser Spigot и Via Version. Оба плагина вы можете скачать по ссылочкам в описании. Переходим в файловый менеджер нашего сервера, Plugins, и загружаем сюда оба этих плагина. И Geyser, и Via Version. Далее мы можем перезапустить наш сервер командой Reload Confirm. После того, как наш сервер запустился, переходим в файловый менеджер плагина Geyser Spigot Config. Предварительно, обязательно, скопируйте адрес нашего сервера. Вот сейчас у меня пройдет защита от ботов. Именно вот этот вот порт. Даже IP не так важен, важен порт. Вставляем порт вот здесь вот и вставляем порт вот здесь вот. Также меняем надпись онлайн на офлайн. Ну и еще, если вам будет не лень, сделайте нормальный мод. Это будет описание вашего сервера. Ну пусть будет здесь Атопчик. А на второй строчке пусть у нас будет Apex Nodes. Сервер name. Давайте сделаем тест. Сервер. Сохраняем это все, нажимая сочетание клавиш Ctrl-S или же нажимая на кнопку «Сохранить содержимое». И снова перезапускаем наш сервер. Можно командой Reload Confirm. Хотя я не рекомендую использовать эту команду. Все, перезагрузка у нас завершена. Давайте переместимся сначала в Java-версию Майнкрафта. И попробуем подключиться к этому серверу. Убеждаемся, то, что мы можем как бы на него войти, то, что у нас тут все работает. Если что, за свет у меня сейчас из-за шейдеров, ни в коем случае не из-за сервера. Вот, сервер наш, как мы видим, работает прекрасно, просто никаких изменений, вообще ничего нету. Ну а теперь мы попробуем зайти с Bedrock версии Майнкрафта. Но сначала я бы прописал команду StatWorldSpawn для того, чтобы наш игрок с Bedrock версии Майнкрафта появился прямо вот здесь. И еще SpawnPoint, опять же, чтобы он появился здесь. Теперь я потихонечку выхожу из этой игры. Захожу в Bedrock версию Майнкрафта, нажимаю «Играть серверы», добавляю свой сервер и подключаюсь к нему. У нас идет создание мира, загрузка ресурсов, и мы успешно подключились к этому самому серверу. Вот у нас стоит наш Атопчик. Друзья, вы у меня, возможно, спросите, а почему же я не вижу скин? Ребят, но если вы хотите это узнать, то обязательно посмотрите следующий ролик. Там мы расскажем, как же сделать скин, чтобы его было видно, с разных платформ игры. Ну а цель сегодняшнего ролика, в принципе, завершена. Я надеюсь, то, что он вам понравился, и вы хотите больше таких видосов. В таком случае не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, а также пишите комментарии. С вами были мы, Майнкрафтер Атопчик и хостинг серверов Майнкрафт Apex Nodes. Я желаю всем удачи и услышимся совсем скоро. Всем пока, друзья!